Всем привет, это канал Туман of Play, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War, ребята, третья часть. И сразу начинаем серию с борьбы с Титаном, или кто это вот? Бабамс, бабамс и бабамс, вот так. Разговор короткий у меня с ними, идем, в общем, это лабиринт, похоже, какой-то. А в лабиринте мы можем сделать и вот, а магии нету. Хотел сделать магию, нету магии. Ладно. Я там увидел сундук впереди. Оп. Вон там сундук. А, тут даже два сундука. Так, чё? Вот магию надо восстановить. Опыта уже много, надо все развивать. Сейчас зайдем, разовьем. Так, что я хочу развить? Я хочу развить вот эти наручники. Немейский цестус. До конца уже, до 5 уровня развили. И новое, что там можно развить? Что у нас еще не развито? Давай посмотрим. Кстати, мы клинки изгнанника так и вообще не раскачали, ничего. Вот, бич Немезиды новая. Давай его качнем. Второй уровень. Давай третий сделаем. Отлично. Ну, не хватает на четвертый. Помощнее уже стало все. А тут, собственно говоря, тупик. И идти-то больше и некуда, надо идти обратно. Как бы посмотреть на этот лабиринт сверху? Можно вот сюда, но еще есть какие-то ворота, давай попробуем открыть. А, нет, ворота заперты с другой стороны, не пойдет. Идем дальше. Еще сундук, но нам пока, в принципе, ничего не надо. Ничего не надо, здесь жизни только. Ладно, идем дальше. А, откройте ворота, вы что за мной закрыли-то? И прислали какого-то чувака с косой. Ты что? Иди сюда. А, их двое. Прикинь, что он делает-то? Отвали. А если вот так, ребята, я вам сейчас покажу, как надо драться-то. Вы что? Вставай быстрей. Отпусти. Ты что делаешь? Стоп, смотри, что он творит. Надо... Вы меня зажали, ребята, так нечестно. Ну-ка, на. А если так... Все, по-моему, расправился нормально. Ну, как-то так не слабо было, вроде такие эти чуваки-то обычные. Давай, ворота открыли и пошли. Ты что сидишь, вставай. Вот мне, кстати, сейчас уже жизни... Вот сейчас уже надо жизни. А то такое ничего не надо пока. Надо уже все. Так, подожди, куда ты? Я еще здесь не был. Я заблудился. Я не хотел выходить. Ты что, пустите меня обратно. Капец. Там сундуки были. Там был опыт. На полу выгравирована надпись. Истинный путь богов увидит тот, кто владеет камнем Гипериона. В камне скрывается истина. Вот он камень-то, ребята. Вот почему глаз светился с той стороны, когда я наверху. А вот второй, у меня второй глаз, ребята, в руках второй глаз. Глаз Гипериона. Сейчас мы вставим статую и что-нибудь получится. По любасу что-нибудь двинется или что-нибудь... Что-нибудь произойдет. Какая-нибудь лестница поменяется. Ну-ка, как нам залезть туда? В смысле? Так это же только визуально кажется, что... Это же разные лестницы, как они совместились? Стоп. Я что, могу по ней пройти?
Подожди, ну ладно, ладно, я понял, ну а куда мне сейчас идти? Как туда забраться? Статуя закрывает глаза, и эффект пропадает. Так, интересно, это интересно реально вообще. Две разные лестницы, вообще несостыкуемые, так сказать, преобразовались в одну. Только где это опять? И как мне вылезти отсюда? Все закрылось, ворота закрылись. Ну-ка, ну-ка, может где-то можно перелезть? А, вот, подожди, вот тут нельзя? Ну-ка, еще раз нажми. Я понимаю, а чё, а как мне теперь вылезти-то? А, вот ворота открылись. Все быстрее по этой лестнице. Мифическая лестница. На самом деле я ни по какой лестнице не зашел. Смотри, что получилось. Это просто визуально, это обман зрения. Вот я по той шел, она вообще вниз та лестница идет. Ну-ка, надо пооткрывать все ворота, а то я тут хожу, все закрыто. А вон там сундук можно, в принципе, спрыгнуть. Спрыгнем, давай попробуем. Никак. И там внизу сундук был. Подожди, вот если сюда... Или мне сюда лучше не... Вон там сундук... А, мы были там, ладно, это зеленый, ничего страшного не нужно. Ну пошли туда, значит, дальше. А как тебе забрать сундуки? Я тоже хочу опыта еще побольше, а? Стоп, можно вот туда залететь. Открывай. Рог Минотавра. Усилить предметы можно будет. Давай, дальше полетели. Опять с лестницы что-то. Куда наступить? Видишь, вот это вот кусок лестницы. Может опять что преобразуется. Давай, надо пройти. Вот, что-то включилось. Что-то все меняется, преобразуется. И куда? Так, подожди, я если ухожу... Я если ухожу, то все обратно возвращается, да? Стоп, что-то R1. Что нажать? А, можно сдвинуть ее, понял? Вот так. Давай ее сюда, ближе к нам. Ну-ка, продвигай. Может, она где-нибудь здесь пригодится. Ее можно, кстати, развернуть. Но куда и для чего? А, подожди. Может, соединить? Только с чем соединить? Я на нее даже запрыгнуть не могу, в принципе. Стоп, если я на вот эту... А, давай я могу, в принципе, с чаши запрыгнуть. Только вот сюда куда-то, на фонтан, может быть. Ну, давай-то... А, вот она встала, смотри. А, все просто, вода заполнена. Заполнила чашу, все, и все, все открылось. Еще и дверь открылась, нормально, все. Значит, вышли, прошли, все правильно. Ты что тут еще лазишь, что ли? Жалкий смертный. Как смеешь ты бросать вызов богам? Думаешь, сможешь так просто уйти? Это еще не все. Не трогай меня, ты че? Она заболела. Иди лечись.
Все, и корона что твоя развалилась. Что ты сделал со мной? Ты трус. Ты разрушаешь все, чего касаешься. Почему-то Кратос ходит и молчит в этой серии. Удачи тебе. Вообще ничего не говорит. Потаскухой Пандоры. На этом все, да? Все завяло сразу, все, все цветы ее завяли. Весь сад завял. Нехороший знак. Вот сюда стрельнуть надо, по-любому. Лук! Заряжай! Чаша, чаша. Чем наполним чашу? Ну-ка, давай подумаем. Хорошо, сам-то я запрыгну. Сам-то я запрыгнул. Что будет? А как теперь зафиксировать? Так, я сам упрыгал, все, и все обратно вернулось. Так, надо воды налить. Воды налить. А где воду взять? Где воду взять, что подвинуть? Подожди, подожди. Цветок что-то светится. Ну-ка, надо воды придумать. А, вот, ну наступлю. А, подожди, она же еще... А, еще можно поговорить с ней. Ай, все, понял, ее надо закинуть туда, в чашу эту. Как раз хватит веса, чтобы там все сработало. Давай, закидывай. Нет? А что? А, для него высоко, наверное, это. Ну, оставляй тогда пока, пусть полежит сейчас. Сейчас мы будем придумывать. Надо нам на что-то взобраться, чтобы можно было туда закинуть ее. Так, это мы включаем. Ага, а чаши двигаются, нет? А как нам чашу передвинуть? Смотри, что-то же заработало. Мы, кстати, опять сюда вернулись. Да, где и были, где это зрение началось. Получается, мы на одну и ту же кнопку нажимаем. Так, а что надо сделать? Как чашу-то подвинуть? Получается, вода льет не там, где надо. Так, стоп, ну эту мы возьмем, допустим, дальше куда? Подожди, а если ее здесь положить? Так не получится, да? Не отпускает. Не, возьми, возьми, надо что-то с ней сделать. Вот. Ну, вода бежит, а как ее, как под струю-то попасть? Чуть-чуть же не хватает.
Так, мы, получается, включили на постоянку все. Только на постоянку надо ли оно нам? Потому что не, ну, не все тут получается сделать-то. Так, как воды набрать? Надо вот эту чашу бы передвинуть. А где? Может, еще что-то включается? Может быть, это не одна кнопка? Сундук. Нет, стоп, надо ее снять оттуда. Что-то мы где-то еще не нашли. Сейчас подумаем. Вот. А как? Подожди. Стоп. Ее можно отсюда закинуть, нет? Так, вода пошла. Вода пошла. Мост, ну мост вот этот хорошо встает так, что визуально получается, что можно подняться вон дальше пройти. Но как? Мост же убирается потом. Подожди, R1 что-то загорелось вот здесь. Вот отсюда надо вытащить. Отсюда надо вытащить эту лестницу. У нас же есть помощь, лестница. Помощь, мы ей разок воспользовались. Теперь надо ее вот сюда просто перетащить. Она сейчас наполнит другую чашу, вот и все. Эта чаша наполнится, еще что-то откроется. Все, вода есть, вода уже везде есть, можно сказать. Дальше куда? А вот эта чаша почему-то уехала. А почему уехала? Так, давай туда, может быть, переместим. Еще вот это пригодится. Мы почти все чаши наполнили. Куда? Куда сейчас? Подожди. А, подожди, я понял. Мы сможем ее поставить вот сюда. Все, отпускаем. Надо теперь Геру взять и туда закинуть в этот, в тазик в этот. Не получается так? Нет. Не получается. Ладно, мы, а если ее положить? Сами запрыгнем. Что будет? Еще что-то открывается, да? Сейчас вода по-другому должна пойти.
Не, нифига, вода так же идет. А как сдвинуть чашу-то теперь? Так, что делать? Как лестницу может опять использовать? Так, если лестницу вот сюда куда-нибудь приволочь, что-нибудь получится, нет? Чуть-чуть где-то мы не додумали, надо что-то придумать. Как чашу сдвинуть? Почему она вообще уехала? Там бы вода как раз вровень попала. Так, ну-ка подожди. Полежи пока маленько. Точнее нет, давай-ка мы сейчас на кнопку нажмем. Мне кажется, надо все-таки с лестницы с этой еще что-нибудь придумать. Да, я пока вообще понятия не имею. Ну как-то же по-любому все просто решается. Задача-то простая. Стоп! Стоп! А теперь вопрос, мы же можем ее... Подожди, мы же ее можем вращать. Ну-ка. А если вот так? Аллилуйя, ё-моё! Значит так, запрыгиваем. Так, ну ладно, если я сам нажму, это-то поменяется. Но это не то, надо взять, наверное, Геру и туда ее положить в чашу. Только надо быстро это сделать, пока ничего не поменялось. Потому что это же только визуально, а не так на одном уровне быстрее. Клади. Сейчас должно что-то получиться. И в чем прикол? Что надо сделать-то? Погоди, ну-ка. Все вроде бы грамотно, да? Ну что дальше-то делать? Надо мне, получается, пробежать быстренько, да? Только как? Как это сделать быстренько? Ну-ка, подожди, нажали на кнопку. По лестнице забраться, ну, надо... Мне кажется, я не успею. Я не успел. А как, чем еще можно? Стоп. Погоди, все, я все понял, все нормально. Все получается нормально. Надо просто вот эту сдвинуть, на кнопку поставить ее. И все, она в принципе нам здесь уже больше не нужна. Я там сам смогу допрыгнуть. Блин, вот это головоломка на самом деле такая. Вот это серьезная вообще головоломка. Сюда ставь. Все, это теперь будет постоянно заработало. Вот надо нам бежать туда быстрее.
Вот у кого-то мозг придумал такую штуку, а? Все, теперь получилось. Прикинь, вообще, вот это загадка. Не знаю, вы сразу догадались или нет, я вот, ну, таким образом только. Вот, наконец-то, а. Благодаря этому глазу мы только прошли. Все, теперь больше никогда не будет таких построений. Вообще они не состыкуются, но зрение вот это показало, что вот состыкуется. С разных точек зрения приз получен. Отлично. Мы сюда пришли. Ну, теперь полетели. Полетели. Иди сюда. А, ее надо, чтобы она полетела. Все. Ко мне подлетела. Давай полетели дальше вместе. Цепляемся. Следующую бери. Следующую. Полетели, полетели. Давай, чуть-чуть осталось-то. Прыгай. Прыгай быстрее, блин. Все, четко. Магию можно восстановить. Ну, да, скажу так. Такая была долгая головоломка, но мы ее все-таки прошли. И это круто. Дальше будем разбираться уже в следующей серии, ребята, что будет дальше. Спасибо за просмотр, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал, кто не подписан. Всем удачи, всем пока!